Всем привет! Это 23 день. На улице сильный ветер. Ну и пофигу. Работаем. Это, блин, ух, ё-моё, как работать, я хрен знает сейчас. Чисто теперь стрёмно за каждый шорох, блин, камеры. Ух. Опасная тема, но мы попробуем продолжить. Да чё за нахрен? Капец полный, короче, работаем в быстром темпе. Поехали. Блин. Хотел сказать перед началом, что наша цель на сегодня самое главное, чтобы не сдуло камеру. И вот оно. Приехала. Второй элемент. Стойка с перекатом. Волнуюсь, капец. Вперед. Закрыл глаза, когда выполнял стойку, когда закончилось время, открыл, я, блин, чуть не уснул. В следующий раз 100% лягу спать прямо в стойке. Опять. Третий элемент.
came from, but you're back in with the passion. I'm awake with the flame in a hailstorm. I'm back in, I gotta have it. Everything to do with what you get. Completed. Мы едем дальше. А вот тут надо быть аккуратней, потому что ветер ошибок не прощает. Поехали. Лишний раз по караулу постою. Жестко. Ну чё, это конец. Увидимся на второй трене. Ровно на этом месте, надеюсь, без третьего лишнего нашего гостя, это ветра. Вперед. Ну чё, как и договаривались, встречаемся на этом месте и начинаем рвать снова. Понеслись. Будем караулить, потому что одного раза падения камеры мне было достаточно. Doctors, one out of a million will reach.
капец, блин. Руки просто в хлам. Все. Третий элемент. Третий элемент работает. Сегодня без происшествий, слава богу. Но ветер все-таки посетил нашу вечеринку. Всем спасибо за просмотр. 23 день. Куда без приключений? Чуть не расхреначу камеру. Мне это стоило бы голову. Увидимся завтра.